на твоем месте я бы гоняла по ночам. Тебе не видать дорогих деталей, пока имя не на слуху. Слышала, ты свою тачку прокачиваешь? Да, подход от тебя серьезный. Иначе меня бы здесь не было. Одиночек в Лигу не принимают, так что у тебя проблема. Кажется, не только у меня. Об этом я и хотела поговорить. Мы можем помочь друг другу, стать командой. Вряд ли у тебя есть предложение получше. Не угадала. Да ладно. Ну хватит тебе, что скажешь? Что я в деле. Круто! Если хотим, чтобы в Лиге нас заметили, надо устроить гонку против другой команды. Помнишь Кенни? Который нас в первую ночь задирал? Его команде, лихачам, давно пора надрать зад. Я поговорю с теми, кто может организовать гонку, а ты заслужи право в ней участвовать. Получи приглашение, и мы заявим о себе. Декс! Привет! Я провожу тренировочную гонку. Интересно? Да, пришли детали. Сейчас и пришлю. Надеюсь, увидимся в центре. Пока. Есть вопрос. Как машина? Лучше, чем пешком. Пусть это не высший класс, но для начала неплохо. Мне нравится. Правда? Спасибо тебе за нее. Обслуживание прилагается. Будь то проблемы с движком или странные шумы, я все улажу. Спасибо. Ты знаешь, где я. Бывай.